Доброе утро. Здравствуйте, мой дорогой. Давненько мы да, не виделись. Давненько мы не виделись. Был у нас перерыв. Доброе утро. У нас был перерыв. Да, это, собственно говоря, я виноват, но это не главное. У нас был обеденный перерыв. Обеденный перерыв на месяц. На жару. На жару, на месяц. На месяц. На геморрой. На месячную. На месячную жару. У нас были месячные. Особенно у меня. Мне давно пора. У тебя климакс. Нет, минуточку. Я не согласен. Нет, да. У меня нет климакса. У меня, наоборот, все началось только. Все началось. А, у тебя седина в бороду без ребро. Борода в ребро. Борода в ребро. Понятно, тоже неплохо. Ну, конечно. Ну, вот мы, собственно говоря, сегодня собрались. У нас была, собственно, некая мысль. Вот у господина Хейфица была, точнее, правильно. А кто это? Доктор. А, бородатый, в бедро которого. Вот. Какие-то мысли про какие-то пиары и так далее. Я крайне возмущен, слушай, ну я и так... Слушай, а бывает, когда ты возмущен? Нет, я, в общем, давно уже хронически возмущен, но вот этот фильм про Лужкова, который, это меня просто, ну, выбило из колеи. Я не хочу ничего говорить о Лужкове, я о нем ничего не знаю, да? Я не знаю, вор он, не вор, нет, не касается. Меня касается то, что если даже он совершал какие-то мерзкие поступки, то эти мерзкие поступки, на мой взгляд, бледнеют перед мерзостью этого фильма. Ну, да. Это ну, совершенно мерзейшее, ну, абсолютное. Причем, во-первых, бездарно снято, бездарно сделано, бездарно задумано. Все наспех, тяп-ляп. А во-вторых, ну это просто гнусность жуткая совершенно. И вот это вот, значит, вот и вчера что-то было опять. Короче, они целую серию затеяли, да? Ну, это когда это было про Лукашенко там, и так далее. А до этого было про Ельцина. Да, это да. Же у них... Они не понимают, что чем больше они льют дерьма на человека, тем больше они поднимают его рейтинг в глазах плебса. Они же этого не понимают. Теперь Лужкова поднимается рейтинг. Сейчас он будет президентом. Я тебя просто уверяю. Ты думаешь? Абсолютно. Чем больше они будут лить на него дерьмо, тем большим героем и страдальцем, даже учитывая миллиарды его жены. Мне вспомнилось, как это самое в свое время, это вот заседание этого Верховного Совета, по-моему, дали. Вот там какой-то дядька такой с хрипатым голосом кричал на Ельцина, говорит, вы посадили всю Московскую область на талоны туда-сюда. И вот. Немедленно все взлетело. Да, что-то такое сейчас было. Вот, то если... есть ты у нас заделался Нострадамусом. Отстрадамусом. Да. Если Юрий Михайлович хочет стать президентом, он должен, он должен сейчас немедленно фиктивно развестись с госпожой Ватуриной. Ну, это да. И тогда он вообще будет ангелом. Да. Значит, почему для начала надо перестать быть стариком Ватуриной? Безусловно. Значит, так вот это просто такой повод, да, этот фильм. На самом деле я давно хотел поговорить о пиаре. Это да. Я давно хотел сказать, что, на мой взгляд, мы живем в эпоху пиара, когда никого не интересуют реальные дела. Причем абсолютно в России. Никого. И как сказал один мудрый человек, у нас есть одна... А, погоди, какой мудрый человек? Павловский сказал. Да. Что, говорит, у нас есть волшебное слово пиар, которое на английский не переводится. То есть то, что мы называем пиаром, пиаром не является. Нет, да? Абсолютно. То, что мы называем пиаром, на самом деле рекламная, галимая рекламная кампания. Ну, это... Причем бесстыжая, болтливая, гнусная. Промоушен, все что угодно, только все, не пиар. Что, только не пиар. Да. Потому что пиар на самом деле хорошее дело. Чего, public relations, связи с общественностью, чем плохо. Да. Но то, что происходит у нас, это не пиар, это неправильное название. Мы, как всегда, все перепутали. Все перепутали. Я даже не знаю, что это такое. Короче говоря, совершенно галимое вранье, которое полностью заменяет нам реальность. Да? Благодаря вот этому якобы пиару у нас новости становятся не о том, что было или что есть, а о том, что будет. То есть нам рассказывают, что будет Сколково, нам рассказывают, что будет то, будет это, будет вот это, будет Олимпиада. Да? Это называется по-другому, не пиар, а пропаганда. Пропаганда, да. Совершенно верно. Так вот, галимая пропаганда заменила нам абсолютно все реальные дела. Она заменила реальных людей, она заменила реальные события. Мы живем в этом мире, и это просто ужасно. Я вообще не помню, я давно живу на свете с 53-го года, но я не помню, чтобы что-то подобное было. Вот эта вот советская пропаганда, которую мы ругали всегда, да, вот это «Вперед к коммунизму», там «Партия наша рулевой», все это детский лепет по сравнению с тем, что творится сейчас. Юра, смотри, вот тут на самом деле советская пропаганда, я на эту тему очень много тут разорялся в интернете. Просто дело в том, что мы сейчас живем в эпоху очередного советского переворота. Вот. То, что ты говоришь, это все было. Но это все было где-то в 20-х годах. Мы все это уже пережили, потом все утряслось, им уже стало это не нужно, уже все достаточно хорошо сделал в головах, и нужно было иногда подбрасывать сахару, как говорится, туда. И знаешь, в чем разница для меня лично? Да. Я тебе скажу. Вот в Советском Союзе практически никто всерьез не верил в то, что говорит телевизор. А сейчас-то верит. Вот, Андрей, вот это колоссальная разница. В Советском Союзе
единицы верили в то, что говорит телевизор. Да, но это прошло опять 50 лет, после первой пропаганды, я тебе уже говорил. Вот смотри, вот я возьму 70-е годы, вот я маленький мальчик, мне там 14 сколько там лет, да? И вот я смотрю телевизор, там, Косовица, там, битва за хлеб, там, этот поехал туда, этот поехал сюда, этот целует того, да? Я просто знаю, что все в моем окружении, я в том числе, смотрели на это как на обряд. Ну да. То есть говорили, давай, давай, болтай, а вот сейчас после этого будет фильм с кем-то там, значит, пойдет Гамлет, значит, с Смоктуновским, вот это мы посмотрим. А эти пускай пока отболтают свое. Сейчас все наоборот. Сейчас люди всерьез верят в то, что они видят по телевизору. Сейчас как раз единицы думают, болтай, болтай. Я думаю, все очень просто. Тогда была стабильность определенная. Сейчас стабильность, Андрюша. Нет, это не стабильность. А что это? Нестабильность, потому что любой человек, один раз устроившись на работу, у него не было определенных, как говорится, ну, проблем, только если он не начнет странно себя вести, что он эту работу потеряет. Ну, да. Он всю жизнь будет инженером, он всю жизнь будет там зоологом, там, кем угодно. Да. Вот. Он будет выращивать никому не нужную кукурузу или еще что-нибудь такое. Но он будет это делать, и он это знает, что получая свои 140 рублей. Всю жизнь будет получать. Всю жизнь. Извините, сразу возражу, да? Давай. Дело не в этом, просто сейчас в сознании нынешнего человека изменилось само понимание работы. Советский человек относился к работе, знаешь, вот как к делу всей своей жизни. Ну да. Сейчас нет таких людей. Сейчас все знают, что работа временная вещь. Я бы не сказал, что прям совсем нет таких людей. Я бы сказал, ну, есть, но их мало. Большинство. Абсолютное большинство относится к работе как к временному способу зарабатывания денег. Он устроился на работу, пройдет две недели, ему предложат больше, он немедленно уйдет туда. Даже не то, что больше. Сейчас работа перестала быть сакральным чем-то. А я не знаю, мне кажется, на самом деле это грустно, потому что, в принципе, по опыту своему общения с не бывшими россиянами, а с людьми, рожденными не в России изначально, то они все равно как бы планируют, вот, что он хочет делать в этой жизни. Как когда-то при советской власти человек планирует. Так вот, вот ты уже ближе. Вот почему нынешнее поколение, как я вот вижу, ты по-стариковски уже, да, свято верит телевизору, в отличие от нас. Вот правильно ты говоришь, понимаешь? Потому что изменились сами люди. Да. Мне кажется, что резко упал культурный уровень. Он упал настолько сильно, что у людей совершенно утратилось критическое отношение к тому, что им говорят. Понимаешь? Вера выдалов, а ты понимаешь, что ящик – это идол, да? Вот когда человеку что-то из этого ящика говорят, и если он начинает в это верить, это означает, что его культурный уровень крайне низок. И это при том, что есть интернет. Казалось бы. Ты знаешь, какая история? У нас было ровно 10 лет, когда ящику можно было верить. Это, может, некая привычка. Потому что то, что это где-то примерно с 89-го года, я просто, как ты знаешь, буквально с 89-го, там, с 90-го года где-то занимаюсь телевидением. Занимался, пока в 2001-м мне это не надоело, я не бросил, да? Вот. И, соответственно, я просто хорошо помню, как в 90-х годах делался телевизор, да? Вот. И поэтому люди верили, и они, может быть, привыкли, они, может, еще не отвыкли. Может, я урод, я никогда не верил телевизору. Я всегда знал, что телевизор – это увеличительное стекло. Ну, он никогда не показывает действительное положение вещей. Не совсем так. Андрюша, смотри, даже если выступает некий человек и начинает дико критиковать Путина, да, я все равно знаю, что он перебарщивает. Ну, если мы говорим о том, что кто-то будет критиковать Путина, скорее всего, да. Если это было, предположим, в 90-х годах, когда критиковали Ельцина, Гривенко, он все равно перебарщивает. Ну, может я быть. Что-то возьму из его речи. А в чем-то я соглашусь. Нет, Юр, так это в чем угодно, так, в газетах, так не в знаю, в интернете. Надо брать это всюду так понемножку. Вот, я тебе говорю, а нынешние вот товарищи, вот то, что я вижу сейчас, вот эти, по последним выкладкам Левадовского центра, 128 миллионов людей, живущих в России, уделяют просмотру телевидения в 24 больше, в 24 раза времени больше, чем просмотру интернет-материалов. В 24 раза, Андрюша. Это очень просто, на самом деле. Ты понимаешь, то есть они смотрят все эти сериалы, вот эти псевдоновости с Катей Андреевой. Они верят вот этому всему пиару, так называемому. Это все просто. Интернет ли, еще что-то такое, это надо работать самому. Вот, то есть надо этот материал собрать, обработать. Да, но ты повторяешь то же самое, что я говорю. То есть резко упал культурный уровень людей. Это не культурный, а что это интеллектуальный уровень. А ну разве интеллект не часть культуры? Нет. Это даже вообще не культура никаким местом. Ну, интеллект – это интеллект, культура – это культура. Можно не иметь интеллект, но быть культурным. Чего не иметь? Можно не иметь интеллект, но быть культурным. Ну, тогда мы с тобой по-разному интеллект просто понимаем. Наверное. Я считаю, что интеллект – это способность к... Сейчас я как-то постараюсь это сформулировать. Интеллект – это способность к корректной переработке поступающего информационного материала. Верно. Но как же можно быть культурным, не имея возможности корректно перерабатывать поступающий информационный материал? Наверное, ты прав, да. Вот. Значит, понимаешь, то есть вот этот уровень
так сказать, напряженности интеллектуальной и культурный уровень, да, он до такой степени упал, что люди в массовом порядке принимают то, что им говорят, за то, что есть на самом деле. И вот это меня просто страшно пугает. Потому что, ну, в конце концов, мы все становимся гопниками. Самое интересное, в этом плане, наверное, все-таки это некий слой населения, ну, наверное, где-то от 30, даже, наверное, 35 и до 60 и дальше. Так очень много, Андрюша. Да, вот, и они мне как раз неинтересны. Потому что мне больше интересны те, кто до 30, кто именно и будет строить эту жизнь. А они смотрят по-другому. Им неинтересна эта жвачка. Ну, и, они, и большинство из них ориентированы и хорошо помнят слова из «Матрицы», все не так, как кажется. Ну, дай бог. Я очень буду рад, если молодое поколение с глубоким относительным чувством смотрит телевизор. Я довольно-таки много, потому что я много работаю с интернетом, довольно-таки много общаюсь с людьми, которым, скажем так, от 14 там, до 25. Ну, может, даже не до 20, 23 лет. Потому что дальше они уже все озадачены поиском бабок, им уже не до того, кто постарше. Да? Вот. Но все равно, это вот в этом плане люди как раз менее ударенные по голове телевизором. Многие из них в принципе не смотрят «Ящик». А «Дом-2»? «Дом-2» это как раз... Они не смотрят «Дом-2»? Это очень маленькая, на самом деле, прослойка. Это больше криков, чем тех, кто смотрит, да? «Дом-2». Это я не знаю. Ну, в таком случае нам с тобой остается только выпить за то, чтобы так называемый пиар не овладел людьми окончательно. Да. Для того, чтобы мы научились, в конце концов, или вспомнили, не то, что научились, а вспомнили, что то, что нам показывают, не есть, не есть то, что есть. Все не так, как кажется. Да, вот именно. Все не так, как кажется. Да. Однозначно. Кстати, плюс вот этот чип. Фильм «Матрица», да, первый фильм я смотрел с удовольствием. Да. Дальше, по-моему, пошла уже лабуда. Там, ну, не совсем. Перезагрузка, революция. Ну, не совсем. Но а там, вот самый, конечно, первый фильм. А все сиквелы, да, это же судьба. Ну да, говоря, ну да. Фильм. Сиквелизация действительности. Да. Ну что ж, прозит. Прозит. Ребята, ну, я не знаю, как вообще. Пользуйтесь головой. Будьте критичны, пользуйтесь головой. И да, пользуйтесь, это... да, наращивайте свой интеллект. Да, и помогайте дамам в этом. Да, да, да. И пусть ваш, вот, интеллект... Вот... И пусть ваш интеллект поднимается. Чем выше и больше, тем лучше. Да, на должную высоту.